Приветствую вас, друзья, в игре GTA Online. С вами снова Роман. И сегодня финал задания «Налет на тюрьму». Необходимо проникнуть в тюрьму Боленброук и устранить всех, кого опознал Лил Ди. Hello, sailor. Dave here. Дэйв, не вовремя ты позвонил. Наш кореш на месте и трамплин тоже. Лил Ди и те, кого нужно завалить, ждут, не дождутся, когда меня в тюрьме Боленброук. Пробраться внутрь, уничтожить цель и вытащить оттуда Ди. Забились в нору крысы, но это их не спасет. Раскладка оружия. Снайпер. Здесь винтовка. Здесь дробовик. Давайте возьмем. Не знаю, снайперку надо брать. Давайте возьмем снайперку. Не знаю, как там пойдет. Снайперская винтовка. Поможет мне или нет? Поехали. Налет на тюрьму. Там должен быть уже установлен трамплин. Oh, and don't forget, Lil D. He booked a ticket out of that too. You get his fat ass back to me in one piece, you get your fat ass check. Aight, keep me on speakerphone. Let me get Kay up in here. What up, though, babe? Hey, Kay, we moving. Give me a second. I'm at the meet. Let me jump in my ride real quick. Aight, I'm all yours, girl. We get the word from your little helper. Yeah, he got red dots on all of the targets. Then I guess it's on. This some heavy ass shit. I guess it's coming with a heavy paycheck, right? We got every gang in the city paying us on this one. I told you, baby, they snitches. Played their own people against each other. And now they ass is sitting pretty in the pen where nobody can touch them. Except us. Shit, it's a hit and run. Is everybody ready to go in hard, come out clean? We set. Any minute now, it's all gonna be over. Ну, оно все хорошо, ребята. В предыдущих подготовительных заданиях, в прошлом видео, я доставил сюда трамплин. И с помощью этого трамплина я сейчас перелечу на автомобиле через ограждение и окажусь внутри. Но меня смущает, как мне оттуда выбираться. Then lift off, baby. Now I heard of drugs going over the fence, but never a whole motherfucking wrecking crew. Где трамплин? А, вон он где внизу. Так, мне нужно только хорошенько разогнаться. Вы Сесанта с Кейгеем диджеем придумали, как мне оттуда выбираться? Как туда попасть, вы придумали, я вижу. А как выбраться? Ладно, поехали. Надо как следует разогнаться. Да, ребятки, разогнаться это тоже не так просто. Нет, разогнаться просто, попасть вот в эту вот фиговину здесь по грунтовке тяжело. Летим. Ого! Так сейчас все... Так сейчас все копы на мне. Найти уродов, прикончите. Слушайте, от копов никак. Так, мне бы наверх залезть. Хорош болтать. Мне бы наверх, ребятки, залезть. И сверху стрелять.
Так, где-нибудь тут есть подъемы? Слишком много там попов. Так, а как я туда попаду? Цели, 4 цели, ёлки. Долго еще весело, вертолет еще ко мне. Круто. Не, ну это не дело, ребят. С вертолетами. А вертолеты мне как сбивать? Так, вот этот трамплинчик. Я во внутреннем. Я хотел, конечно, лезть на крышу, но, ребята, вертолеты теперь тут. Так, есть. Уничтожайте цели. Слушайте, жестко они меня отстреливают. Вертолеты. Так, будем одевать броники. Я заранее их накупил. Так, следующая цель. Вертолеты! 5 броник надо одеть. Блин, и машина. Все, погнали. Найди управление замком. Так, все, валить надо отсюда, да? Вот это меня больше всего и интересовало, как я буду уходить отсюда. Ворота закрыты? А нет, вот смотрите, открываются. Подождите, как мне выбраться? Блин, ну то. Расстреляй панель. Доберитесь до ворот, расстреляйте панель. Сейчас попробую. Я пока по внешнему контуру еду. Ворота найти теперь бы еще. Так, вот ворота. А, стоп. Мне надо заезжать. Я зря выехал. Расстреляйте панель. Уничтожьте панель. Подождите, так мне вообще надо как-то вовнутрь опять попадать. Ну что за фигня-то? Ну что за фигня-то? Ребятки, я не могу туда выход найти. Броньку сняли. Так, мне опять что ли внутрь ехать? Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. Еда недоступна. Нет, есть еда.
Блин, как мне подъехать-то к этим воротам? Блин, а по-другому-то никак не свалить, а? Тут через главные ворота. Поехали опять внутрь. Блин! Расстреливают. Все броники потрачу. Я не пойму, как мне к воротам подъехать? Вот сюда? Подождите, чё, где кого расстреливать-то? Так, все, я в непонятках. Я, ребятки, в непонятках. Я не пойму, кого что расстреливать. Где эта гребаная панель? С меня броник снимает. Так, помирать, наверное, надо. Я не знаю. Что-то тут какой-то... Какая-то непонятка. Тут все заперто. Бочки вот эти взорвать. Не знаю, что от меня хотят. Какую-то панель надо где-то. Бронежилета сейчас не будет. Ой. Спасите, Лил Ди. Где этот Лил Ди? Вон вообще где-то там далеко. Как сюда попасть? Непонятно. Но должен же быть выход. Так, что надо? Вот это вот что ли? А, вот панелька была. Вон где была панелька. Вот где панелька. Все, 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 сейчас уедем. Все, ребятки, валим. Пока все. Так, броник. Броник надо одеть. Так, где этот товарищ? Спасите. Вот туда надо ехать. Блин, долго я искал, но нашел. Так, теперь нужно спасти этого товарища. Его, видимо, в автозаке везут. Так, копы, конечно, будут. Куда они денутся? Страшно. Чё, опять броник у меня сняли, да? Да пошли вы вон, ну ёлпалый, ну что такое? Броник одевай. Не хватит у меня, блин, бронежилета. Все, писали мне. Тачку надо другую. Это вся покоцана. Долго я из тюрьмы выбирался, этого поросенка далеко уже увезли. Теперь его догонять.
Ладно, хоть вертолетов нет. Вертолеты пошли, не только я сказал, что вертолетов нет. Да ёлы-палы. А как от вертолета-то мне избавиться? Так, где этот Лил Ди? Побыстрее бы уж тебя спасти, да свалить. Где тебя везут? Нати! Убили меня. Так, ну у меня еще одна жизнь. А где тачка? Вон моя тачка. Тачку, Роман, в тачку. О, весело как меня придавила такая тачка. Да чё так много копов-то, блин? Задрали. Больше жизни нету. Так, а как мне вот этого спасти? Да как мне его спасти-то? Тут даже из машины не вылезти. Слушайте, я не знаю, но что-то надо придумать. Я даже из машины не вылезу с таким количеством копов. Так, сейчас сразу попробовать сесть. Слушайте, я не понял, а почему? А этот урод куда побежал? Спасите Лил Ди. А чё за фигня? Ой, бляха-муха. Это просто капец. Нет, а куда делся этот уродец-то? Он же сидел здесь, в этой фигне. Капец, я не понял, что произошло. Куда этот урод делся? Он где-то по горам, что ли, бежит? Опять я не понимаю, ребятки, что происходит. Где этот урод? Мне надо тачку поменять. На эту херовину я ничего не сделаю. Да блин, я даже вылезти не смогу из этого долбанного автобуса. Нафига я в него сел? Ну я думал, что я сяду, и этот уродец ко мне сядет. Где он? Мне даже сейчас тачку поменять возможности нет. Где этот дурачок? Вон он бежит. Балбес. А нафиг он вылез из автозака-то? Баран, иди сюда, залази.
Мне его убить надо, что ли? Спасите. А чё он убегает? И как надо мне его сюда посадить? Жесть. Слушайте, какой-то он странный. Если он сейчас мне ко мне в автобус не запрыгнет, я его нахрен собью. Сам застрелю. Все, застрял. Ой-ой-ой-ой-ой. Я и вылезти-то ведь... Не могу, меня убьют. Вертолеты летают. Ну, гребаный автобус. Так, вертолет надо убирать. Все, приехали, да, ребятки? Ну, я сейчас только вылезу, меня этот вертолет убьет. Расстреляет. Что делать? Если вылезу, мне хана. Но вылезать надо. Да, все, ребят, сейчас хана мне будет, переигрывать надо будет. Вертолеты. Твою мать. Ну как так-то? Ну нет, ну а как? А как проходить-то? Как? Каким путем-то? А, сейчас все переигрывать. Так, переигрываем. Не продумано, потому что все. Ну, все не продумано. Куча непродуманных вещей. Уходим. Куча непродуманных вещей. И чрезмерная трудность. Ну куда столько копов с вертолетами? А, бронежилетов нету, блин. И этот баран выбрался с автозака и куда-то побежал. Так, я сейчас тут ничего не буду делать. Я дождусь, когда он убежит подальше. Вон он бежит куда-то. Я не знаю, может он сейчас ко мне сядет. Сел наконец. Так, копов встряхнуть. Копы на хвосте, ну, доставить Лил Дик своим. На скорости, наверное. Ну, вообще-то я могу от копов уйти. Мне просто надо с дороги уехать.
first thing y'all gotta lose is paradigm. Smoke your fear, then smoke flowers. Так, странно, я с поля зрения ушел, но почему-то. Не знаю, надо копов сбрасывать или не надо. Достаточно просто его привести. Да задрали вы копы. Сбросить, сбросить. Поехали уже к своим. Я не знаю, может задание так выполнится. Того, чтобы сбрасывать копы. Ага, уйдите от полиции. Куда-то надо заехать, где их нет. Вон туда на гору может. Только вертолет. Виальские горы. Здесь уйдем. Машину все постреляли. Все, ушли. Ну, отлично. Ну и отлично. Приехали, вылази, хорош болтать. Денежки. Пройдено. Сколько? 315 тысяч. Ого, и неплохо. Заказ выполнен. Налет на тюрьму. Выплата 175 тысяч. Ну, доля кассанты 157. Я заработал 157 тысяч. Дэйв оставил свой личный транспорт, его можно найти на автостоянке Малс. А, вот. Съездим туда. Так, денежки. 354 тысячи у меня. Ну да, двойные, потому что выплаты. Так, ну что же, на этом, ребятки, заканчиваю. Благодарю за внимание. И не пропускайте видео. Будет следующий заказ доски в автомастерской. Ну а пока я отправлюсь в оружейный магазин. Нужно запастись бронежилетами. Все броники я потратил. Не пропускайте серии из игры GTA Online. Всем пока, увидимся.